Короче, вот тут вот стоял этот парень, вот мой мочек. Меня, блин, трясет просто, сейчас не могу ничего сказать. Он просто вот так вот не смог затормозить. Там стояла девчонка, он ее сбил просто и улетел туда. И они сейчас внизу, надеюсь, она жива, мы вызвали скорую, я в ужасе просто. Вот он, вот, можно посмотреть. Вот где мой мотоцикл, вот куда он уехал. Не понимаю, как можно было, блин. Парень говорит, что у него просто заклинило ногу на газе, и он не мог нажать. В ступоре был на тормоз. Только, говорит, успел руль вправо, говорит, ехал на тебя.